В Гетеборге в возрасте 67 лет скончался известный шведский писатель Хеннинг Манкель. В январе он объявил, что болен раком, случайно узнав о диагнозе после обращения к ортопеду в связи с болями в позвоночнике. Хеннинг Манкель – один из самых оригинальных беллетристов современности. Его детективы с участием инспектора полиции Курта Валандера популярны во всем мире. Книги переведены на десятки языков, в том числе и на русский, и легли в основу нескольких экранизаций.